Здравствуйте! В эфире прогноз погоды на воскресенье, 28 августа. Я Камила Османова. На праздничном календаре День шахтера. Дата была официально утверждена в Советском Союзе. 31 августа 1935 года шахтер Алексей Стаханов установил рекорд. За 5 часов 35 минут добыл 102 тонны угля. Это считалось как 14 нор. Новый жилой дом на Кирова 214А в жилом районе Арбан – это свободные планировки, в которых вы можете воплощать самые смелые дизайнерские проекты. Монолитный каркас с заполнением и облицовка кирпичной кладкой. Современное энергоэффективное инженерное оборудование. Широкие холлы, яркая и современная отделка. Сдача первого дома уже в 2022 году. Приобрести квартиру своей мечты можно на выгодных условиях. Подробности в офисе продаж по адресу Чертыгашева, 102. Воскресенье, 28 августа, в Черногорске облачно с прояснениями. Днем плюс 16 градусов, плюс 10 будет ночью. В Саиногорске небольшой дождь. Температура днем составит 17 градусов тепла, плюс 10 в ночное время. В Сорске переменная облачность, 13 градусов выше нуля днем и плюс 4 ночью. В Абазе малооблачно, днем воздух прогреется до 19 градусов, к вечеру плюс 9. В Абакане пасмурно, 16 градусов тепла днем, плюс 10 в ночное время. Ветер северный, атмосферное давление повышено и составит 744 миллиметра ртутного столба. Это был прогноз погоды. Всего вам самого доброго!